Витебск для нас... Я шарю. Металл, друзья. Обед будет. Пахнет пивом. Как часто вы улыбаетесь? С лауками. Дурака, лося или оленя. Этого в столице не хватает. То хата люкс. Это мой голос. Хищная рыба. 3, 2, 1. Витебск. Здравствуйте. Здравствуйте. Это телепередача «А ты ехать не хотел» при участии Ивы Сативы. Что скажете? Ничего. Без комментариев. Без комментариев. В Витебске есть трамвай. Вот тут старинный трамвай. Сваливается прям на ходу. Я шарю. Кто из Витебска смотрит нас? Скажите, как часто вы улыбаетесь? Если вы улыбаетесь, поставьте смайлик в комментариях. Че, мы в каком-то красивом месте города Витебск. Ай, Саня, пошли быстрее. Пахнет пивом. Что? Пахнет пивом. Нормально, нормально. А что-то типа обеда будет? Приехали на рок-концерт. Это будет не Ива Сатива. Это будет, да, металл, друзья. Это вам не рэп. Дети здоровы, не понимаете. Дикая дичь просто. А покатишься? Давай, погнали. Обед будет. По приезду в историко-культурный центр достопримечательности Витебска на чехольнике. С лауками. Я как коренной минчанин хочу сказать, хочу заявить, что этого в столице не хватает. Витебск встречаем, Минск раскончает, мы тут пригнали сегодня. Играем. Через 3, 2, 1. Нормально. Нормально. Мы стартуем. Стартуем. Я начну стрелять. Да, сейчас будем снимать рум-тур. Кто? Плюраха, лося или оленя? Витебск, что? Слушайте, а может лучше концерт здесь? Здесь, да. Ну так-то да. Люкс? Алиса, пойдем в ванну. Ребята! Самый главный маркер для успешной квартиры – это холодильник. Если он не Атлант, то хата люкс. А это холодильник Индезит. Едем. Приехали. Витебск это никак, возможно, не связано. Котлета какая? По-киевски. В Витебске вышло солнце. Солнце, ей! Солнце выйдет за хмари, на бобу гривле загрохотят дожди. Few moments later. Бо я не той, хто тобі потрібен. 6.5 hours later. Я не той, хто тобі потрібен. A3. Я не той, хто потрібен насправді. A4. Витебск для нас – это булочки со шпинатом. Меня? Это мы с Яной. Ну сейчас мы зло будем пробовать все равно. Голос? Это мой голос. Кто, да, кто здесь главный по звуку? Обучи, кто бум. Друзья, нам нужна помощь чем? С трактором. С трактором. Саня, у тебя ж права. Люди сказали, что есть хищная рыба. Погнали смотреть. Ну-ну. Оп-оп-блюм-бум. Чик. Чик, она быкует. Ты видишь? Смотри, давай, сюда иди. Давай. Когда мы заказывали свои напитки, ребята так язвительно порекомендовали нам укроп чили. Ой, блядь. Маша, там же люди, наверное, живут. Все, погнали. Ах, раба. Гади. А у меня сегодня что, угадай мелодию? Пишите в комментариях трек. Какую песню следующую спеть? Саня, забиваешь память чушью. Не, ну я буду в баре снимать, с людьми знакомиться, общаться. Мы же в Витебске, а тут как бы непонятно, что за люди живут. Немножко рок? Ну посмотрим, Славянский базар должен был оставить свой отпечаток на культурном воспитании людей, поэтому узнаем. Гоу. Стой, подожди, не бежи. Суицид не выход. Время прайм-тайм, так сказать. Мы заходим. Май, так а что ты скажи? Звезда в шоке. Человек, ты тут? Thank you.
Раз уж так сложилось, и мы с тобой вдвоем, значит, этот вечер вместе проведем. Давай поиграем в одну игру. За правила не парься, я все расскажу. Будет интересно, только докурю. А сейчас запомни, забудем все к утру. Сегодня я твоя, твоя, твоя муза зэка. Сегодня я твоя, твоя, твоя муза зэка. Сегодня я твоя муза зэка. Сегодня я твоя музыка. Устану, устану, я раненько проберусь. Я хорошенько, да я сяду под вагон. Запроти я снова солнца. Среди людей палимся вмиг, и я заверну, иди напрямик. В дым проиграла, как ни крути. Нежно касаюсь, черт прости. Невозмутима, как скала. Что выдает эти глаза? Они спокойны, только когда в отражение ловят тебя. Я проиграла, офигеть. Из этого выход только петь. Белорусский народный движ!